Всем привет! И, короче, у меня такая, можно сказать, мини-викторина или опрос. Я создаю новеллу сериал хоррор, можно сказать проще, хоррор. И мне нужно придумать название. Так вот, у вас есть выбор. Вы можете сами придумать название этого хоррора, все зависит от вас. Хоррор заключается в том, что я буду делать многосериальный хоррор, где будет выбор заключаться от... Точнее, хоррор заключается от выбора. Берешь А, одно действие, или Б, другое действие, и там уже будет по сериалам развиваться все события и так далее. Суть такова. Девушку преследует что-то. В конце концов, это превращается в какую-то мясорубку. Спойлерить сильно не буду. Нужно, так вот, придумать к этой новелле хоррору, придумать название. Самое лучшее название я отберу и потом назову на стриме. Всем удачи, всем пока.